Международные соревнования по пляжному волейболу впервые пройдут на курорте после 6-летней паузы. Последний раз баталии в этом олимпийском виде спорта проходили в 2009 году на пляже Ривьера. Теперь есть спортивный комплекс, который готовится принять 128 команд пляжников со всего мира. Маститые спортсмены из 25 стран мира сыграют на площадке «Спорт-Ин». На этом песке недавно сильнейшие волейболисты сражались в матче континентального Кубка Европы за путевки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Некоторые российские спортсмены продолжат пытать удачу на этапе мирового тура. Этот этап очень важен для нас, ведь он входит в олимпийскую квалификацию. Весь сезон для нас был тяжелым и нестабильным. Мы хорошо подготовились, надеемся на победу и на медали, которую смогли завоевать девочки в 2013 году. А условия для хороших результатов есть все. Волейбольная площадка спорткомплекса готова разместить на трибунах до 1500 зрителей, которые смогут поддержать любимых спортсменов с 8 по 13 сентября. Вход на турнир бесплатный. Мы уверены, что это мероприятие будет проведено на самом высоком международном уровне, потому что и организатор, и мы, как представители администрации города Сочи, жители города Сочи, имеем колоссальный опыт проведения таких мероприятий. Все, что было необходимо организовать здесь для того, чтобы эти мероприятия прошли на высоком уровне, все сделано, все готово. Все технические вопросы, вопросы безопасности решены. Кстати, и волонтерский опыт на этом турнире тоже применили. 122 воспитанника спортивных школ города, играющих в волейбол, привлечены для помощи спортсменам и болельщикам. Мы надеемся, что данный турнир придаст дополнительную мотивацию им для дальнейших занятий там, физической культурой и спорта, в частности, пляжным волейболом. Площадки эти остаются после турнира. Это то наследие, которое мы оставляем не только здесь, в гостинице, но и в городе Сочи, для того, чтобы и жители Сочи, и отдыхающие могли присоединиться к этому прекрасному виду спорта. Матчи квалификации начнутся завтра. Со среды основная сетка, двухдневный групповой этап. К выходным пройдут матчи на вылет. И 13 сентября финальные игры и награждение победителей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.